Масштабная презентация пассажирской техники Минского автозавода прошла в Москве. Перевозчикам продемонстрировали лучшие образцы автобусов и троллейбусов белорусского производства. Правительство российской столицы сейчас проводит масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры Москвы. Она касается изменения подвижного состава и управления системой транспорта. Объявлен ряд конкурсов, на которых перевозчики должны выбрать лучшее предложение от производителей техники. Так что у белорусских автомобилестроителей появился шанс нарастить присутствие на рынке Москвы. Мы все понимаем, что парк пассажирский Москвы, наверное, самый большой на территории нашего постсоветского пространства. И поэтому, конечно, присутствие на этом рынке и представление вот техники, это является уже, ну, по сути дела, признанием и оценки высоких технических характеристик. Белорусскую технику мы очень хорошо знаем. Сегодня в городе эксплуатируется много образцов белорусской техники. На мой взгляд, это крайне конкурентоспособные производители, которые могут поучаствовать для того, чтобы перевозчики выбрали именно белорусскую технику. Одной из преимущественных черт белорусского предложения может стать производство автобусов на газомоторном топливе. Они позволят экономить на стоимости горючего и имеют более высокий класс экологичности.